Здравствуйте. В прямом эфире программа «События». Новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер, главные темы выпуска. Налаживаем связи. В преддверии года российско-киргизской дружбы в Самару приехал полномочный посол. Школа близкая к идеалу, когда на пятой просеке начнется стройка. Самара в открытках и фотографиях конца 19-го, начала 20 века. 600 уникальных снимков украсили новую книгу о городе-курорте. Бывшие звезды цирка на заслуженном отдыхе в самарском зоопарке появились олени-моралы. Сверхволевая победа. Баскетболисты Самары одолели противника из Урала лишь в овертайме. Бренд «Нива» возвращается в семью «АвтоВАЗа». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал сообщение о том, что «АвтоВАЗ» и General Motors подписали соглашение о выкупе тольяттинским заводом у американской компании 50% доли совместного предприятия GM «АвтоВАЗ». Это во многом символичное для предприятия решение, но говорит прежде всего о том, что наш автогигант чувствует себя уверенно и полностью перешел к политике наращивания своего присутствия на рынке, отметил губернатор. Рассчитываю, что сделка будет завершена в ближайшее время и предприятие будет на 100% принадлежать «АвтоВАЗу». При этом глава региона подчеркнул, что принятое решение не отразится на производственном процессе. Оба коллектива, как «АвтоВАЗа», так и совместное предприятие, продолжат выполнять поставленные ранее задачи. Дмитрий Азаров также отметил, сделка даст позитивный импульс развитию автогиганта и всего автомобильного кластера Самарской области. Учебное заведение, которого в Самаре еще не было, новая школа на пятой просеке удивляет уже на этапе проектирования от самого подхода до новаций, которые там запланированы. Чтобы обсудить все детали, городские власти регулярно встречаются с жителями, учитывают мнение всех родителей. Мария Левина отправилась на одну из таких встреч. Школа нового поколения. При проектировании школы на пятой просеке учтут все замечания и предложения жителей. Об этом на встрече с жителями говорили представители городской администрации, Министерства строительства и городской думы. Первый корпус новой школы на 600 мест на пятой просеке расположится на участке бывшей базы отдыха «Экономист». Земля уже оформлена в муниципальную собственность. В настоящее время начали проектировать корпус. Тему посадки школы, которую предполагается построить на базе «Экономист», как это будет выглядеть на участке, и также проработать возможность размещения дополнительного будущего корпуса на земельном участке базы «Мечта». Другой же участок базы отдыха «Мечта», который находится в муниципальной собственности и располагается в непосредственной близости от будущей новой школы, в период строительства первого корпуса будет частью строительной площадки. В будущем здесь планируется построить второй корпус общеобразовательного учреждения. У меня есть участок выделенный, второй участок выделенный, мне нужно в рамках него посадить с учетом нормативных расстояний, противопожарных проездов и всех остальных мероприятий. Начать строить первый корпус школы на 600 мест планируется уже в апреле, а сдать объект в декабре 2020 года. Финансирование предусмотрено в рамках национального проекта «Образование». Мария Левина, Дмитрий Мешканцов, «События». Полномочный посол Киргизской республики прибыл в Самару с рабочим визитом. 2020 год объявлен годом российско-киргизской дружбы. Делегация уже побывала в 14 регионах страны. В каких сферах планирует наладить совместную работу с Самарской областью, узнала Лариса Шалафаст. Самара не только крупный промышленный центр страны, но и город с богатой историей. Гости из Киргизии отметили богатый туристический потенциал. Признаются, знают о городе на Волге не понаслышке. Прошедший чемпионат мира по футболу позволил Самаре заявить о себе как о современном городе европейского уровня. Раньше закрытый город был, поэтому мы не имели много информации. А сейчас поездишь по городу, очень приятно, что это уже современный, быстрорастущий, можно сказать, европейский город. Глава Самары Елена Лапушкина предложила сотрудничество и в сфере культуры. Нам бы тоже хотелось обсудить в том числе и возможность культурного обмена. У нас в Самаре есть замечательный театр, замечательные труппы, которые бы нам хотелось похвастаться. Но со своей стороны, конечно, мы готовы принять на своей территории и ваши коллективы, потому что обмен культурными традициями, я считаю, тоже крайне важен. Посол Киргизской республики предложил обменяться и бизнес-миссиями. Руководитель профильного городского департамента пригласил делегацию принять участие в крупных бизнес-форумах, которые пройдут в Самаре в следующем году. Также на встрече стороны договорились обменяться предложениями по реализации совместных инвестиционных проектов. Участники делегации из Киргизской республики признались, были приятно удивлены гостеприимством. Полномочный посол предложил Самаре стать городом-побратимом столицы его страны.
Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События. Высокие технологии и инновации. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков высоко оценил реализацию в Самарской области национального проекта «Цифровая экономика». Ключевые тезисы, которые прозвучали на расширенном заседании регионального правительства, озвучит Лариса Шлафаст. Самарская область – один из мощных центров цифрового развития страны. Здесь не только внедряются передовые практики, но и разрабатываются инновационные решения, востребованные во всем мире. Передовые практики, а также реализацию национального проекта «Цифровая экономика» обсуждают на совещании в областном правительстве. Государственная задача – переход на цифру – решена регионом на отлично. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков. Область развита не только с точки зрения промышленности, но и в области цифровизации, безусловно, есть очевидные успехи. Мы мониторили ситуацию и не увидели никаких проблем. Была правильно организована работа волонтеров, которых работало больше 1500. И все удалось сделать достаточно мягко и с пользой для наших граждан. На совещании подвели предварительные итоги реализации на территории региона нацпроекта «Цифровая экономика». В области действуют 5 проектов. Например, проект «Информационная инфраструктура» направлен на проведение высокоскоростного интернета в соцобъекты и малые населенные пункты. В этом году к широкополосному интернету уже подключили более 200 учреждений соцсферы. Всего в плане подключить порядка 1500 объектов. В Самарской области создан и новый региональный центр кибербезопасности. Это первый успешно реализованный проект в России. Во время чемпионата мира по футболу центр отразил 72 кибератаки. Еще одна самарская разработка – автоматизированная интеллектуальная система обнаружения девиантного поведения в музеях. Она помогает уберечь экспонаты от порчи и кражи, предупредить нежелательные перемещения посетителей по музейному пространству. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова система апробирована на базе Самарского музея «Модерна». Результаты работы продемонстрировали на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Система заинтересовала руководство Эрмитажа и ряда других ведущих музеев страны. Система анализирует через установленные уже камеры все действия, понимая в прямом смысле этого слова, где идет нарушение, а где идет нормальное выполнение той функции, ради которой музей там существует. Для успешного выполнения задач, которые стоят перед регионом в области цифровизации, особое внимание уделяется решению кадрового вопроса. По инициативе главы региона разработан ряд решений, призванных справиться с этой задачей. Ключевой проект – кадры для цифровой экономики. Уже в 2020 году 11 тысяч человек пройдут переподготовку на IT-специалистов. В регионе реализуются программы повышения компьютерной грамотности для людей разного возраста, от школьников до пенсионеров. Участники совещания подчеркнули, возможность представить свои разработки руководителю профильного министерства и получить его профессиональную оценку очень важна для каждого представителя IT-сообщества. Вывести взаимодействие на столь высокий уровень удалось благодаря заинтересованному отношению руководства региона. В целом, рядом компаний, которые представляли сегодня свои проекты, мы уже активно сотрудничаем. И крайне ведь важно, чтобы предложения новаторов, людей инновационно мыслящих, работающих не только в сфере IT-технологий, но и в других сферах, в первую очередь реализовывались в регионе разработки. Собственно, это очень серьезное подспорье для компаний по продвижению их продукта. И это отдельная зона ответственности и усилий правительства Самарской области. Целый ряд проектов, сегодня успешно развивающихся не только в нашей стране, и предоставление услуг за рубежом, зарождались и продвигались при помощи правительства Самарской области. Считаю это не просто правильным, считаю это нашей очень важной задачей. Министр Константин Носков ознакомился также с работой ключевых инновационных центров региона. Научно-производственного технопарка и Центра прорывных исследований Самарского государственного медицинского университета, а также Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, где были представлены разработки не только вуза, но и самарских телекоммуникационных и IT-компаний. Также Константин Носков вручил почетные грамоты министерства студентам-волонтерам, которые прошлым летом помогали людям подключать цифровое телевидение. Лариса Шлафаст, события. Практические мастер-классы, тренинги и круглые столы. В Октябрьском районе Самары прошла крупная бизнес-выставка. С гостями форума пообщался Анатолий Головко.
Огромная экспозиция, сотни успешных предпринимателей, насыщенная программа. В Самаре прошла интерактивная выставка «Бизнес от А до Я». Для участников подготовили тематические площадки, семинары, тренинги, круглые столы, кейсы и деловые игры. Кроме того, им рассказали о мерах поддержки со стороны городских и региональных властей. Не все бизнесмены знают о том, что есть дополнительные условия, и гарантийный фонд, и бизнес-структуры, которые помогают именно развиваться бизнесом. На форум пригласили опытных спикеров-практиков. Они поделились с начинающими и уже состоявшимися предпринимателями секретами развития успешного бизнеса. Рассказали, как мотивировать персонал, почему коммерсантам необходимо уделять внимание социальным сетям и как можно увеличить продажи, не выходя из офиса. Мы выбрали тех тренеров и те программы, которые нам важно посетить. И вот сегодня пришли не только собственники бизнеса, но и их работники, которые в дальнейшем в своих бизнесах будут это внедрять. Я считаю, вот это самая ценность и важность для бизнеса. Выставку «Бизнес от А до Я» организовали сотрудники Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Этот форум станет одним из последних в уходящем году. Программа сформирована всех мероприятий, которые мы проводим, таким образом, чтобы было интересно как действующим предпринимателям, потому что у них совершенно другие запросы по работе с рынком, у них опыт другой, у них вопросы взаимодействия там уже с органами власти совершенно другой, и тех предпринимателей, которые только собираются открыть свой бизнес. В 2019 году в Самаре провели 16 бесплатных семинаров для предпринимателей и для тех, кто еще только думает открыть свое дело. Перед участниками выступили преподаватели самарских вузов и акулы регионального бизнеса. После тренинга все желающие могли получить личную консультацию. Анатолий Головко, Константин Головин, «События». Часы из Курска, уникальная коллекция кортиков. Еще недавно в Самарском военно-историческом музее недостаточно была отражена морская тематика. Чтобы исправить этот пробел, его сотрудники обратились к самарским коллекционерам. Мэри Елчан была на открытии экспозиции и одна из первых увидела собранные реликвии военно-морского флота. Эти каютные часы когда-то были на подводной лодке «Курск». За полгода до трагедии, когда погибли все 118 членов экипажа, их демонтировали. Теперь они главное сокровище экспозиции в военно-историческом музее. Часы, кстати, до сих пор идут. Мы продолжаем помнить о военно-морском флоте, мы продолжаем помнить о наших братьях, о наших друзьях, которые служат, которые служили, которые ушли от нас, погибли, защищая Родину. И дань, скажем так, которую мы отдаем нашим друзьям и братьям, она в этом и заключается, что мы собираем артефакты, которые имеют отношение к этим людям, которые имеют отношение к событиям и фактам, случившимся в нашей стране. Экспозиция, посвященная военно-морскому флоту, занимает две витрины. Еще один ценный артефакт – иллюминатор линкора «Новороссийск». Он именно в том виде, в котором его подняли летом 2019 года с места гибели корабля. На выставке представлена и богатая коллекция кортиков. Холодное оружие в форме узкого кинжала во времена считалось символом морского офицерства. Такие экспозиции очень важны для более глубокого понимания истории, считает губернатор Дмитрий Азаров, который приехал на открытие выставки. Это очень важная часть, конечно, патриотического воспитания для Самарской области в целом, конечно, для нашей столицы, для города Самары. Это важнейшая составляющая сохранения исторической правды. Сотрудники музея и в дальнейшем планируют развивать морскую тематику. Кроме того, планируется вновь открыть школу «Юнг». Такую инициативу поддержал Дмитрий Азаров. Прийти и познакомиться с новой экспозицией в музее может любой житель Самары. Мэри Елчан, Василий Кладашов, «События». Уникальные редкие снимки самарских улиц, портреты горожан и волжские пейзажи в Самаре презентовали исторический альбом. В издании 600 фотографий и 300 открыток конца 19-го, начала 20-го веков. Тираж книги 1000 экземпляров, часть уже передали библиотеке, музеи и архивы. В скором времени приобрести альбом можно будет в антикварных магазинах. Как говорят создатели, книга может стать хорошим подспорьем для изучения города. Каждому изданию прилагается карта старой Самары. Часть фотоматериалов авторы брали в архивах Красногорска, где находится Госфильмфонд СССР. Говорят, попасть туда было непросто. Литературы с описанием Самары, справочного материала по Самаре, все это есть в перечне литературы. Есть список старых и новых улиц, то есть, чтобы вы не заблудились. Человек, который открывает книгу, он начинает путешествовать по улицам, площадям, паркам, скверам старой Самары.
Далее коротко о других событиях дня. Служба безопасности «АвтоВАЗа» поймала организованную группу воров. 13 человек занимались хищением комплектующих изделий. На них обратили внимание, заметив суету возле станков, а затем, как воры передавали друг другу какие-то свертки. Особой популярностью у похитителей пользовались дорогостоящие агрегаты, в частности, коробки передач и их комплектующие, которые вывозились с помощью поддельных документов. Работники, принимавшие участие в хищении заводской собственности, уже уволены. Заведено уголовное дело. Движение по Ташкентской от Московского шоссе в Самаре планируют открыть в конце декабря. Это следует из переписки областного Минтранса с ТТУ Самары в Твиттер. На вопросы горожан о сроках открытия дороги в ведомстве уточнили, что это возможно лишь после ввода в эксплуатацию трамвайной линии. Документы проходят проверку в госинспекции по строительному надзору. Ориентировочно к концу декабря проверка будет закончена. Тогда, соответственно, и будет запущено движение транспорта по Ташкентской, пояснили в свою очередь в ТТУ. В Самаре трамваи по улице Новой Садовой будут ходить быстрее. Им обеспечат приоритет движения по этой магистрали города. Об этом сообщил в Твиттере департамент транспорта Самары. Планируется развивать трамвайное движение, обеспечить приоритетное прохождение перекрестков на выделенной линии. Сроки реализации нововведения не названы. Напомним, по Новой Садовой ходят трамваи под номерами 4, 5, 7, 11, 12, 20, 20К, 22, 23 и 24. До Нового года осталось всего 3 недели, и в Самаре уже начали появляться елочные базары. Цены на них совершенно разные. Так, например, букет ароматных хвойных веток обойдется самарцам в среднем в 200 рублей. Маленькие сосны уже дороже, от 350 рублей и выше. Конечно же, все зависит от вида дерева сосна или пихта, а также размеров. Но чем ближе к Новому году, тем дороже будут деревья, вплоть до 30 декабря. Потом цена, как и обычно, резко упадет. Напомним, что Министерство лесного хозяйства Самарской области уже начало патрулирование лесов. Так что за незаконно срубленные деревья жители ждут огромные штрафы на человека от 3 до 4 тысяч рублей, на юридическое лицо от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Кроме того, виновного обяжут возместить причиненный ущерб. Если ущерб будет превышать 5 тысяч рублей, то к человеку могут применить и уголовную ответственность. Океанариум в Самаре откроется 20 декабря. Он располагается в торговом центре «Московский». Площадь центра составит 2,5 тысячи квадратных метров. На ней разместят более 4,5 тысяч видов животных. В океанариуме будут постоянно находиться акулы, мурены, пираньи, скаты, морские черепахи, пингвины и кубинские крокодилы. Все внутренние помещения океанариума отделаны. Сейчас в центре укладывают ковролин и убирают следы ремонта. В Самару приехали грациозные артисты с копытами и густой шерстью. Городской зоопарк приютил оленей маралов, которые гастролировали с бродячим цирком по всей России. Животные еще не освоились и относятся к новоиспеченным хозяевам с недоверием. Какая судьба ждет обитателей Алтайских гор, расскажет Анатолий Головко. Настоящие звезды, которые совсем недавно купались в овациях восхищенной публики, сменили прописку. В Самару привезли 4 оленей-маралов. Эти милые животные выступали в бродячем цирке. Они дали прощальные гастроли в курортном Сочи. После этого их дрессировщики вышли на пенсию и передали своих подопечных в заботливые руки сотрудников самарского зоопарка. Сейчас животные находятся в вольере, но уже совсем скоро их перевезут в питомник Кинельского района. Ожидается, что там олени дадут потомство, создадут полноценное стадо, но для этого необходимо создать благоприятные условия. Для любого животного условия для размножения должны быть простыми. Должны быть подходящие корма и не должно быть много стресса. То есть я думаю, что все получится. Там есть и лесок у нас, и территория, где они смогут пастись, кушать. Несмотря на свою миловидность, олени-маралы очень тяжело поддаются дрессировке. У животных, вес которых может достигать 400 килограммов, непростой характер. Они живут небольшими стаями. Как правило, семью возглавляет самец. Он во главе гарема находится до 11 лет. И уже потом уступает место более молодому и сильному самцу. Вот. Сами животные очень осторожные. Вот. При виде человека они стараются скрыться. При виде нашей съемочной группы глава семейства Надым не стушевался и спокойно брал угощение из рук зоологов. Жители и гости Самары смогут увидеть строптивых животных минимум через 2 месяца. По словам зоологов, этого времени должно быть достаточно для того, чтобы питомцы освоились на новом месте. Анатолий Головко, Константин Головин. События.
Баскетбольный триллер с интригой до последних секунд. Матч российской суперлиги между Самарой и командой из Свердловской области болельщикам запомнится надолго. В игре были и красивые броски, и цепкая защита, и напряженная концовка. Как самарцы смогли одержать сложную победу, увидел Андрей Горгуленко. Домашний матч против Темп Сумзу ГМК баскетболисты Самары начинали, как и положено, фаворитом. Захватили инициативу и вели на протяжении стартового периода. Однако во второй четверти у волжан наступил спад в игре. В нападении игроки совершали потери, часто промахивались, плохо двигали мяч, а в защите позволяли соперникам набирать легкие очки. Как итог, на большой перерыв уральцы ушли, лидируя в счете 37-35. Свою же команду я хочу похвалить. Мы били, сражали и практически выполнили план. На игру, ну, где-то не везло, много открытых бросков в начале игры промазали. А вот, ну, будем работать, в любом случае болельщикам понравилось. После перерыва самарцы так и не проснулись. Волжане продолжали ошибаться в нападении и не дорабатывать в защите. В третьей четверти отрыв в счете продолжал расти. Уральцы ушли далеко вперед, 57-47. К середине четвертого отрезка преимущество гостей сохранялось, и казалось, что организовать погоню у Самары так и не получится. Мы, наверное, очень плохо играли до того момента, когда взялись, когда, наверное, почувствовали, что нам уже терять нечего, где-то раскрепостились, может быть, где-то соперник в этот момент где-то расслабился уже раньше времени, поверил в победу. Но у волжан нашелся свой герой. Владимир Пичкуров забил несколько трехочковых, приведя восторг самарских болельщиков. И, подгоняемые фанатами, самарцы устремились в погоню за соперниками. За 5 секунд до конца основного времени отрыв стал минимальным – 69-71. И капитан Самары Антон Глазунов сравнял счет двумя штрафными бросками. Бывают спады, конечно. Где-то, наверное, устал, где-то защита против меня хорошо сыграла. Но в конце просто уже вся команда мне доверяла, то есть пасовали на меня, я очень много бросил и, наверное, с неплохим процентом, то есть попал. А уже в овертайме самарцы забрали себе лидерство и не позволили гостям вернуться в игру. Красивую точку в матче поставил Максим Дыбовский, забив сверху в быстром отрыве. 82-77. Сверхволевая победа Самары. У нас чуть не сдалась концовка именно в нападении. Мы сбились на непонятную игру, не могли доставить ни мяч, ни в краску, ни бросить на даже хорошую атаку, сделать трехочковую. После победы Самара закрепилась на втором месте в турнирной таблице. Впереди только «Спартак» Приморье. Следующую игру волжане также проведут дома. Соперником будет вновь уральская команда «Уралмаш» из Екатеринбурга. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Познакомиться с культурной национальностью Самарской области в новом модном формате. В педагогическом университете стартовал этно-воркшоп. Цель – познакомить студентов-первокурсников с этническим разнообразием Самарского региона. Научить их создавать интересные статьи и сюжеты на эту тему. Организатором стало местное отделение гильдии межэтнической журналистики. Это всероссийское объединение, которое освещает эту тематику. Поддержал акцию областной центр социального и межкультурного партнерства «Содружество». Занятия организовали на средства президентского гранта. В программе теоретические занятия, которые ведут опытные журналисты, они пишут об этнической тематике, а полученные знания студенты применяют на практике. Они вместе с кураторами отправляются в разные уголки Самарской области искать темы и сюжеты, связанные с культурой разных национальностей региона. Наша задача – дать минимум теории и больше практики, в том плане, чтобы журналисты могли понимать, как можно применить межнациональную тему. У нас будут выезды по Самарской области. Основная задача – познакомиться с национально-культурным разнообразием Самарской области, найти какие-то интересные вещи, интересных героев. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте, в ее мобильной версии, а также на YouTube. Удачи вам, увидимся.